играть предварительные игры там с командами ниже, не в обиду им. Как бы я считаю, для нас выгоднее играть в таком формате, когда есть Казань, Динамо. Мы сразу понимаем, чем сильнее нас соперники, делаем выводы. Но где-то понимаем наоборот, что мы лучше на данный момент, или что усилить для того, чтобы не отдавать позиции. Во всех, я думаю, аспектах мы сейчас заходим гораздо увереннее в сезон, потому что мы зашли в него вместе, тренировались вместе. Мы умеем находить этот общий язык и с пасующими, и с нашими там игроками помладше. Чувствуем друг друга, нет вот этого разрыва, дисбаланса, там кто-то начал позже, кто-то раньше. Целой комплекции заходим, и поэтому это большой плюс для нас. Спортивную команду, чтобы проводила сборы совместно со сборной Болгарии. У нас удалось поработать 3 недели с командой, совместные игры были. Можем сказать, что «Локомотив» был международный календарь подготовки. Я думаю, что открыть чемпионат с такой игру, как «Казань», домашнюю, есть свои позитивы. Будем надеяться, что в один положительных эмоциях нашего 8-го игрока, наши болельщики, и будем стараться добиваться те задачи, которые поставлены перед нами руководством. Продуманная работа тренерского штаба, тренировочная база и стратегия, которую мы озвучивали ранее, да, это опора на воспитанников клуба, дают тот самый результат. И мы сегодня говорим о том, что клуб имеет право называться одним из лучших в нашей стране.